В Люберцах прошло выездное совещание по благоустройству. В ходе него глава округа Владимир Ружицкий проверил выполнение работ по реализации губернаторской программы «Мой подъезд», а также установку детской и спортивной площадок на улице Юбилейная. Этим летом двор на Юбилейной преобразился до неузнаваемости. Красочные домики, игрушечные машины, карусели, тренажеры и спортивная коробка, в которой можно поиграть в хоккей, футбол и баскетбол. Сложно поверить, что совсем недавно на этом месте был только пустырь. Мы так переживали, что такое. А сейчас, то, что построили, очень-очень красиво. И мы такие в восхищении ходим, все радуемся. Очень понравилась площадка вот как раз для хоккея и футбола. Все наши мужчины проверили, взрослые. Качество новой современной площадки проверили как жители возрасте, так и маленькие люберчане. В восторге остался и глава Владимир Ружицкий. Полностью этот двор будет благоустроен уже в конце августа. Пока здесь не хватает некоторых элементов. Осталось нанести некий лоск, поставить ограждение, сделать освещение, сделать видеокамеру, потому что мы все площадки пытаемся завести в систему «Безопасный город», потому что, чтобы не было вандализма. Это, если хотите, евростандарт, это красиво, это достойно, это уютно, и таким пацанам я думаю, это все будет на радость. Кроме того, в скором времени здесь же обустроят порядка 15 новых парковочных мест и пешеходные дорожки, а также установят информационные стенды. Только в этом году такое благоустройство коснется 69 дворов городского округа. На сегодняшний день уже 57 из них готовы. В настоящее время ведется работа с административно-техническим надзором, которые непосредственно принимают работы в первую очередь, чтобы площадки были не травмоопасно установлены и чтобы все элементы соответствовали нормативному законодательству. Еще одна немаловажная тема выездного совещания – ремонт подъездов. Там же на Юбилейной для главы провели небольшую экскурсию, где уже произвелись эти работы. В частности, там сделали отделку лестничных площадок, частично произвели замену плитки и тамбурных дверей. Порядок навели и со слаботочной проводкой, а там, где необходимо, установили пандусы. Чем хороша работа по ремонту подъездов, она не зависит от погоды. Там можно работать в любую погоду. Планируем эту работу завершить, по крайней мере, до 1 сентября. Всего в городском округе Люберцы запланировано отремонтировать почти 1300 входных групп. На сегодняшний день эти работы выполнены на 40% объектов. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.